Привет, мои хорошие. Тема про чувства, но из рубрики неожиданностей напоили, спросили, разбудили среди ночи, спросили. Вот сегодня мы буквально среди ночи разбудили мужчину и спросили о чувствах. То есть в таком состоянии человек вряд ли способен что-то проанализировать. И мы настраиваемся на то, что это первое, что он скажет про чувства к вам. Конечно же, мы внимательно слушаем сигнификацию для того, чтобы понимать, ваш расклад или нет. Ну и дальше будет самое интересное. Итак, что происходит в отношениях на данный момент? Такое какое-то здесь показано, что дистанционная размолвка, дистанционная ссора. Как будто вы поссорились не лично, а по телефону или в мессенджере в каком-то, в соцсетях. Я хочу сказать, здесь каждый по-своему прав, потому что, ну, смотрите, даже как интересно. Здесь мужчина, отстаивая свою правоту, но он более здесь, наверное, мягко, лояльно, отстаивая свою правоту, пытается уговорить себя, что это вы были инициатором. Вы же здесь, пытаясь понять и пожалеть себя, да, для себя выставляете мужчину здесь таким вот... вот монстром таким злым, потому что король мечей мне часто попадается в ситуациях, когда это действительно такой, знаете, вот тиран. Это когда человек, который, невзирая на чувства, на эмоции, которые может причинить другому человеку, вот говорит все, что хочется. Мужчина здесь тоже, я хочу сказать, жалея себя, да, оправдывая себя, пытается найти причины, по которым именно вы здесь неправы были. Но для него, видите, что вы здесь первая. Первая сделали шаг к тому, что или положили начало этой ссоре. Для вас же все более здесь прозрачно, что как бы то ни было, кто первый здесь начал, кто последний, ты поступил слишком жестко по отношению со мной. Мужчина, кстати, не считает, что он поступил здесь жестко, что как будто бы вот разожгли вот этот вот пожар, да, вот этот вот костер ссоры, конфликта, как будто бы... Потому что здесь пятерка жезлов, у нас здесь королева жезлов, да, она. Хотя вы скажете, я наоборот пыталась гасить конфликт, потому что нам здесь противовес, а идет королева кубков. Я наоборот пыталась гасить конфликт, я наоборот пыталась всеми способами вот залить, да, вот взять водой и попытаться залить этот пожар, который возник. Но только здесь мужчину ничего не остановило. Какая здесь интересная ситуация у нас здесь показана. Хорошо, что еще здесь в отношениях? И будущее в этих отношениях такая большая головная боль. То ли это долго до того момента, как можно будет уже начать что-то конкретно вместе планировать, то ли здесь в принципе уже даже страшно от той мысли, что я с этим человеком останусь. Причем здесь страхи, по большей части, они надуманные, и вот особой почвы под этими страхами я не вижу. Это больше, когда мы сами себе начинаем раскручивать ситуацию до такой степени, когда уже самим действительно становится тошно. Что у нас мужчина в этой ситуации? Ну, и делать вообще ничего не буду. Вот вообще не собираюсь. Слишком как-то мне в этой ситуации тяжело. И вообще, здесь мужчина говорит, я хотел бы поставить такую вот временную точку, вот, или поставить отношения на паузу. И по всей вероятности, именно это он здесь и делает. Конечно, демонстрируя обиду, конечно, выставляя здесь женщину виноватой. Знаете, как здесь показано, что если она хочет что-то делать, пусть делает, а я ничего делать не буду. Слишком мне это все сложно. А почему ему сложно? Почему сложно? Потому что вы не даете ему проявиться таким образом, как хочется именно ему. Получается, что у мужчины для него вот свои собственные действия закрыты тем, что вы не одобряете, там, допустим, скорость этих действий, или вы не одобряете саму мотивацию действий. Вам не нравится, что, например, мужчина говорит, надо подождать, да, чтобы мы с тобой встретились, там, или надо подождать, там, просто подождать, да, а вы начинаете ему говорить, а я не хочу ждать, давай мы это сделаем быстрее. Мужчина говорит, ну, ты понимаешь, я не могу сейчас, да, нужно подождать. И таким образом получается, что предложение, которое есть со стороны мужчины, которое поступило ему к вам, вот, оно сразу здесь как-то глушится. Хотя здесь мужчина четко говорит, что я здесь шаги делал, делаю и делать готов. Вот, но только видите, здесь смысл, когда вы
жалея себя, оправдывая себя, можете напасть на него, прям напасть. Поэтому, говорит, ничего здесь делать не собираюсь, если хочет, пусть делает сама. Я уже много, видите, достаточно много здесь сделал, но только ничего хорошего не получается. Да, здесь мужчина говорит, в принципе-то я даже готов к тому, что и полагаю так, что после паузы мы поймем, да, вот помолчим, не будем общаться, мы поймем, что, возможно, нам дальше и не по пути. Это берется время на обдумывание, но пока здесь 50 на 50, но, в принципе, здесь мужчина для себя и не исключает того, что каждый здесь отправится к своим собственным новым берегам. Что у нас здесь женщина? Ну, женщина здесь, видите, она тоже уверенная в своей собственной правоте. Кстати, по поводу мужчины, она довольно сильно заблуждается. Она считает, что он вообще ничего не делает. Мужчина нам уже показал, да, что я здесь делаю. То ли слишком медленно, по вашему мнению, и поэтому, да, вот такая вот иллюзия отсутствия движения, то ли действительно слишком долго нужно будет ждать, а ждать и догонять хуже всего, и вы понимаете, что, ну, столько ждать я не хочу, да, и отсюда вот опять же ситуация того, что... Ну, какое-то здесь бездействие. Но давайте спросим, действительно ли вы настолько сильно заблуждаетесь? Или какая-то истина в том, что вы думаете, что он вообще ничего не делает, есть? Действительно ли вы заблуждаетесь? Ну, девочки, здесь видите, здесь показано, что ваша правда в том, что вам нужна скорость, вам нужна динамика. Вот в этом и есть ваша правда, да? Что для вас, для такого человека, в том режиме, в котором вы живете, конечно, те его действия, растянутые во времени, конечно, можно сказать, что это бездействие. И по сути здесь тот мужчина, вот, которого мы здесь смотрим, он по ритму жизни с вами здесь не совпадает. Поэтому относительно себя здесь вы правы. Но относительно мужчины, у него здесь тоже есть своя правда, в которой у него есть обстоятельства, по которым, ну, не может здесь он как-то организоваться таким образом, чтобы сделать для вас здесь все и сейчас. Готов ли, в принципе, давайте еще спросим, мужчина, готов ли он, в принципе, действовать как-то дальше? Ну, пока девочки здесь нет, видите, для него почему-то все рухнуло. То ли в отношениях разочаровался, то ли разочаровался в том, что вы в него не верите. А мы знаем, да, что когда веришь в человека и говоришь, ты молодец, все получится, у человека крылья вырастают, и он может сделать гораздо больше, нежели ему говорить, что ты тюфяк, ты там балабол, ты ничего не делаешь, ты там доброго слова не стоишь, мужчиной называться ты не имеешь права. И, конечно, в такой ситуации, когда тебе указывает на то, что ты ничто, да, там, ничтожество, слово ничто, конечно, здесь и даже какие-то действия, если можно было бы их сделать, здесь мужчина говорит, а ради чего, да, ради чего? Вот как будто, знаете, вот подорвано у мужчины... или взорвана даже картина его представления ваших отношений. Вот он смысла пока здесь в продолжении не видит. Отсюда и желание, видите, паузы, чтобы разобраться. Ну и как итог, видите, не исключает и того, что вы действительно здесь расстанетесь. И, собственно, на этом будет поставлена точка. Пока здесь он думает и пока он размышляет. Что он точно здесь для себя решил, что никаких действий со своей стороны он предпринимать не будет. Конечно, мы должны понимать, что это на данный момент, и мужчина может быть пока еще по горячим следам там свежей ссоры, или если даже эта ссора произошла довольно длительное время назад, он вдруг вспомнил или с кем-то поговорил, с кем-то обсудил, вот на него вот снова накатили какие-то негативные эмоции, там у кого-то совета спросил, да, и, конечно же, в его ситуацию скажет, ах, раз она тебя обесценивает, да, раз она не видит ничего из того, что ты для нее делаешь, наверное, да, надо с этими отношениями заканчивать. Во всяком случае, если не заканчивать, то с твоей стороны здесь точно делать ничего не нужно. Ей, если нужно, так как карты показывают, то она пусть делает. Я здесь все. Я сложила все свои полномочия.
по факту больше не интересуюсь. Так, а действительно ли он вообще не интересуется вашей жизнью? Ну, кстати, вот с кем провести время, здесь у мужчины есть такие люди. Да, и это может быть его семья, его родные, близкие. Это может быть женщина, с которой он живет. Но вот людей, с которыми ему есть с кем отвлечься, здесь таких людей, кстати, достаточно. Здесь не один человек. Вот. Ну и любовный здесь фон какой-то идет. То ли он пытается влюбиться, да, то ли он пытается здесь флиртовать. То ли налаживает здесь взаимоотношения, потому что здесь о любовных взаимоотношениях речь. Если у вашего мужчины никого нет на данный момент, вы в этом точно уверены, то здесь мужчина, значит, без общения не проводит время, но для него цель здесь попытаться, ну, получить какие-то положительные любовные эмоции, да, ну, как минимум, да, я хочу найти для себя женщину, с которой мне было бы хорошо. Если у этого мужчины уже изначально была женщина, то здесь он с ней налаживает взаимоотношения, но, видимо, понимая, да, что ему с ней придется оставаться, а жить как на войне в семье там или в квартире в одной, мало кому захочется. Поэтому здесь мужчина, да, старается свою жизнь максимально как-то здесь обустроить таким образом, чтобы ему было хорошо. Хорошо. Обустраиваешь и молодец. Ну, давайте мы медленно подошли к нашей основной теме, разбудили и спросили. Вот буквально вот самые первые секунды, когда он понимает, что ему нужно срочно ответить. Давайте посмотрим, что же он расскажет о своих чувствах к вам. Но он говорит, я ее до сих пор помню, я ее часто здесь вспоминаю. Да, здесь мужчина говорит, очень много чего хорошего было, и много чего я здесь могу вспомнить. То, что у него к вам была привязанность и эмоциональная привязанность, чувства были здесь однозначно. Да, здесь пока показано, что это речь идет о прошлом, которое мужчина вспоминает. Но вот если мы отталкиваемся от начала ваших отношений, о том моменте, когда вы познакомились, когда вы поняли, что, да, что между вами пробежало какое-то чувство, мужчина этот момент вспоминает с удовольствием, и мужчина помнит. И причем здесь любовь или чувства, которые были у данного человека, они развивались постепенно. Да, с момента того, что он вас заметил и как-то выделил, потом он начал понимать, что это нечто большее, чем просто вы ему нравитесь как человек, что, похоже, это какая-то симпатия, это даже больше потом в дальнейшем, чем симпатия, это чувство, да, кажется, я влюбляюсь, кажется, я влюбился. Такое здесь у нас было. И вы тоже видели, как мужчина всячески стремился общаться с вами, как он бежал с вами. Ну, вот буквально вот быстро-быстро, да, закончить все свои дела, чтобы с вами пораньше встретиться, подольше провести время. Или быстрее-быстрее освободить себя, чтобы подольше там с вами по телефону поговорить, да, или пообщаться там в соцсетях, в мессенджерах, по видеосвязи здесь. Мужчина здесь вспоминает, здесь, видите, у него начался рассказ не с настоящего момента, а здесь с прошлого. И когда человек начинает говорить, что в прошлом было все хорошо, вот, это тоже положительный знак, значит, ничего он не обесценил для себя, и у него по-прежнему есть эмоции, которые вы вызываете. То есть ничего даром здесь не прошло, ничего здесь не забыто. Хорошо. Тогда я его сейчас спрошу, а почему ты с прошлого начал? Он говорит, потому что мне этого прошлого и не хватает. Видите, либо я хочу получить так, как было, либо тогда я не хочу вообще ничего. То есть все, что связано с выяснениями отношений, да, все, что связано, ты должен, там, ты обязан, ты пообещал, значит, выполни. Ничего этого здесь мужчина слушать не хочет. Здесь мужчина хотел бы снова вернуться в тот момент, когда вот между вами вспыхнули эмоции по отношению друг к другу. Он говорит, потому что все стало катиться вот в какую-то бездуховность. Мы вроде бы были вместе, но ничего такого ценного, стоящего
между нами не было. Как будто бы все исчезло. Да, это не сразу, это постепенно, но он говорит, до определенного момента отношения, чувства развивались, а потом что-то такое произошло, вот и просто как два человека, которые тащатся друг за другом, там вы прекрасно знаете пятерку пентаклей, они тащатся друг за другом, но в принципе это единственное, что их может здесь объединить. Да, быть вместе им безопаснее, быть вместе им, ну, не так сложно физически, что если один здесь заболеет, второй поможет, там один споткнется, упадет, второй руку подаст. Но по факту сказать, что что-то такое качественное, ценное, которое бы объединяло вас, этого уже не было. И мужчина всю вот эту динамику, как развивалось, чувство... как развивались отношения, как было здорово. И до того момента, как он понял, что вот все, да, как чужие друг другу люди, вот он, этот момент вам буквально вот может, ну, я не знаю, если не по датам, то он вам вполне может сказать, а вот помнишь, с чего началось, когда все было хорошо, да, а вот помнишь, с чего началось, там, с какого момента, с какой ситуации, когда мы перестали друг друга понимать. Для него, девочки, это важно, потому что он тоже здесь ищет ответ на вопрос, почему не так. Почему не так, как хотелось, да, и почему именно таким образом все получилось? Было же все прекрасно, да, и куда все это делось, и почему? Он говорит, она стала как-то себя непонятно вести. Из женщины, которая вот просто можно было назвать там мое солнышко, моя хорошая, она стала какой-то холодной, она стала даже злой. Ее поведение было непонятным, и реакции ваши были непонятны. Вы раньше для него были абсолютно другой женщиной, нежели той, которой стали. И опять же, он вам вот по фактам может объяснить, рассказать, какой вы были раньше. Вот, и что именно сейчас ему не нравится, и почему произошли такие перемены, вот для него здесь неведомо. Вы, конечно, можете сказать, такие перемены произошли, потому что он стал холодно ко мне относиться, потому что он там стал, я не знаю, там в игры играть, там днями, ночами напролет, а я была вот просто как вот декорация, вот, которую он даже не замечал, что, конечно, тут станешь злой. Я здесь вас понимаю. Но только здесь мы же смотрим мужчину, да, вот его ответ на наш вопрос. И он пытается объяснить здесь, почему он себя сейчас ведет таким образом. Не сразу ответит на вопрос «да, люблю» или «нет, не люблю», а начинает рассказывать, что было хорошо, там, было здорово, было приятно, я стремился, я бежал. А потом в какой-то момент все стало, стали происходить перемены в вас, да. Кто здесь виноват? Женщина виноват, да, Шершеля Фам. И из прекрасной, там, теплой, нежной, да, вот доброй, заботливой, она вдруг стала женщина, которая со своими выгодами здесь, со своими желаниями, со своими целями. Откуда в ней это, да, вот почему она такой стала? Ну, для него здесь большая, конечно, загадка. Хорошо. Ну, а чувства, расскажи нам о чувствах тогда. Но он говорит, но, во-первых, она меня очень дико привлекает как женщина. Вот все, что касается вашей внешности, вашей страстной натуры, то, что вы ему даете, это, знаете, вот буквально как пахнут ваши волосы, да, там как пахнут ваши запястья. Это все его здесь дико будоражит, и это никуда не ушло. А вот по поводу чувств. Он здесь однозначно, видите, ответить не может, что да, здесь нету ненависти по отношению к вам абсолютно. Здесь есть до сих пор восприятие вас как женщину, как женщина, которая может будоражить его воображение абсолютно. А вот что случилось с чувствами, он говорит, я не знаю. Вот ответить на этот вопрос здесь мужчина сомневается. Ну хорошо, как ты, мужчина, здесь оцениваешь, что это? Ну вот опять, видите, говорит, я не знаю. Я не знаю, люблю, не люблю. Не ненавижу точно. Некоторые моменты вспоминаю с удовольствием, но я не могу понять ее. Я не могу понять ее
поведение, и с чего это вдруг она стала такая, совсем другая. Вот этого, он говорит, я здесь не понимаю и понимать даже, видите, не буду. Но, слава богу, здесь мужчина говорит, не говорит, что он вас ненавидит, да, что вы ему противны. Просто чувство любви, взаимности, да, и луна, что вроде бы есть, а вроде бы нет, да, вот непонятно, непонятно, ну, хорошо. Перед тем, как снова отправить его спать, давайте спросим, какая вы для него как женщина, понятно, здесь страстная и притягательная, но вообще, как женщина, он говорит, да она вообще, в принципе-то, хорошая. Самодостаточная, красивая. Вот это тот случай, когда мужчина считает вас красивой, даже если вы таковой, сама себя не считаете. Этот мужчина считает, что вы выглядите на миллион. Что, в принципе, видите, нежная, самодостаточная, красивая здесь, уверенная в себе, целеустремленная. Захотите, можете быть ласковой, захотите, можете применить силу, но опять же вы знаете то давление, с которым можно эту силу применять. Но только, говорит, это куда-то все делось. Все это хорошее ушло в отшельники. А по его мнению, почему? Он говорит, не спрашивайте меня, я не знаю. Я бы сам хотел получить ответ на этот вопрос. И причем здесь мужчина говорит, я пытался и по-хорошему, и по-плохому понять. Но только ответ все тот же. Ответа нет. М-м. Здесь мужчина, видите, не хочет признаваться самому себе, есть чувства или нету. Ну и слава богу, да? Здесь мужчина не говорит нам о том, что вы ему стали противны, вы его разочаровали, и вы ему на дух не нужны. Это тоже очень здорово. Про прошлое здесь мужчина вспоминает, рассуждает и говорит о тех переменах, которые случились с вами. Значит, ценность ваших отношений, она для него имеется. Иначе он сказал бы, я вообще не знаю, зачем я в ее сторону посмотрел, да, и зачем я вообще с ней связался. Потому что прошлое вспоминать ему приятно. Но нету ни одного ответа у него на вопрос, что такого произошло с вами, что вы из женщины, которая вот буквально там на миллион, на миллиард, превратились в королеву мечей, когда отстаиваете только свои амбиции, когда отстаиваете только свои здесь какие-то хотелки, желания. И, в принципе, да, таким образом он не может иметь возможность с вами нормально продолжать отношения. Вот такой вот, девочки, расклад. Я надеюсь, что он смог помочь вам прояснить какие-то вопросы. Да, я подозреваю, что до мужчины не доходит, что такими злыми ведьмами, да, женщины становятся порой из-за отношения к ней мужчин. Что разбудили, то и получили, да. Разбудили ангела, будете ангел. Разбудили в женщине демона, пожалуйста, получи. Получите, распишитесь и не жалуйтесь. Вот. Но мужчина здесь предпочитает не жаловаться, а спокойно об этом рассуждать, но и говорит, что делать я в этой ситуации ничего не буду, потому что делал, вот, а по факту она все равно стоит на своем, да, как-то мои предложения вот тут же сразу в пух и прах разбиваются, говорит, ну и смысл мне тогда что-то предпринимать. Вот он расклад. Я надеюсь, что вам понравилось. Я желаю вам всего самого наилучшего. Пусть у вас будут прекрасные эмоции от заканчивающейся недели, чтобы в воскресенье, завтрашний день вы провели плодотворно, чтобы вы сделали все-все-все то, что вы хотели, именно для себя, может быть, отдохнуть, может быть, наоборот, потому что сезон заготовок, что-то полезное и вкусное сделать для себя на зиму. Для тех, кто смотрит расклад не день в день, я вам просто желаю, чтобы следующий ваш день вот таким, каким вы его наметили, именно таким он для вас и был. Крепкого вам здоровья, до встречи в новых видео, пока-пока.